В 2018-м собственные доходы в казну планируют увеличить до 250 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор. Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросам исполнения регионального бюджета. В ближайшие 2 недели вы направляете в законодательное собрание края на согласование. Но мнение в целом муниципальных образований учитывалось, естественно, при формировании? Конечно, нет. Это трехлетний бюджет. Вот я не хотел бы, чтобы мы приняли закон, а потом каждый месяц бегали с поправками в него. Это будет мешать работе и депутатскому корпусу, и коллеги будут отвлекаться на то, что что-то забыли или что-то не включили. Но и в целом исполнение бюджета пострадает. Все пожелания коллег, муниципальных образований должны быть максимально включены в этот проект закона. Где-то на 25 миллиардов, то есть от первоначальных потребностей скорректировали расходы. То есть понятно, что всем хочется улучшить материальное положение учреждений, то есть делать там все новое, обновить, там ремонты везде сделать. Наши коллеги, ну не чиновники, а управленцы, вот эти кабинеты, коллеги, не то что в последнюю очередь, они вообще в бюджет не должны включаться. Жизнь людей в первую очередь. Вот эти статьи заходят в бюджет, и они самые главные. Острый вопрос стоит с тем, как используют региональные деньги на местах. Треть краевого бюджета направляют на развитие районов и городов Кубани. При этом около 40% средств в муниципалитетах просто не успели освоить. А это и строительство офиса врачей общей практики, ремонт дорог, благоустройство дворов. Если не использовать выделенные деньги до конца года, их придется возвращать. Но это не дело, когда деньги мы выделили 75 миллиардов, и 46 миллиардов только освоено, а все остальные возвращаются в бюджет. Ну разве это нормально? Вот эти отговорки, что кто-то помешал провести торги, кто-то организовать там что-то, с подрядчик не нашелся, еще что-то, да, это вообще никого не интересует. Особенно при наличии финансовых средств, которые из края пришли. А теперь начинается просьба, давайте эти деньги сохраним. И перенесем нам их на следующий год. Не нам, а вам, муниципальным образованием, которые их не использовали. Люди-то они надеялись, что в этом году, по крайней мере, хотя бы приступят, а может быть уже и построят, а может быть уже и в эксплуатацию сдадут. А мы в этом году даже еще не приступали. И максимум, что смогли, вернуть деньги обратно в бюджет. Но, коллеги, ну это, я считаю, даже не то просто, это настолько неуважение сегодня к жителям. Вениамин Кондратьев предупредил руководителей городов и районов края, те муниципалитеты, в которых не освоили бюджетные деньги, в следующем году их не получат. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.